От души, друзья, подъехали две батареечки для моего Canon 550D, и наконец-то я могу теперь снимать доброкачественные ролики на мой Canon 550D. Давнешний мой друг, давно пытался с ним расстаться, но никак не топится, не умирает. Вот реанимировали и снова нам в деле. Ну что, я готов снимать новый кавер на Коржа. Так что, скоро будет много-много интересных роликов, а также пойдут качественные влоги. Горы по колено, горы по колено, горы по колено, если держишь шаг, никаких потерь, просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам. Ребят, в последнее время вы часто спрашивали меня, ну что там с армией, почему ты не в армии все еще, Раид, снимаешь ролики. Дело в том, что пока я возился с этим актом, с этим обследованием в Казани, уже осенний призыв практически подошел к концу. Сейчас от нас уже не уезжает. Поэтому, что было 1 декабря? 1 декабря я привез акт в Сарманово. Комиссия казанская, которая там в Сарманово приехала, видите, как все запутано, сказала, что диагноз не точный, там все под вопросом, прямо реально нарисован вопросик. И отправили меня на дальнейшее обследование в Казань. Так что через 2 дня еду в Казань для дальнейшего обследования сердца. Буду делать УЗИ через пищевод. УЗИ сердца через пищевод. То есть надо будет глотать все-таки. Это очень страшно. Я немножко даже мандражирую, ребята. ФГДС недавно проглотил в первый раз в жизни. Вообще очень неприятная процедура. Лучше не жалуйтесь. Если хотите без проблем, без этой волокиты, чтобы прошел данный год, просто едьте в армию, короче. По всем параметрам, да, здоров, ничего не болит. То есть не обследовать. Даже. Ребята, давайте прокатимся по Альметьевску. Кто не бывал здесь, кто скажите вообще в Сибири. Привет. Всем привет! Передает Гаяс. Вот он. Идем забирать коньки. Сейчас Новый год буду встречать вместе с вами. Ждите много новых классных заряженных роликов. Ждите итоги года, что было достигнуто за год. Все это мы сделаем и проведем. Реально, этот месяц очень-очень круто. Встретим Новый год вместе с вами. Запишу обязательно все свои процессы, все, что я делаю. А сейчас мы пока что в Альметьевске, как я уже сказал вам. А Раэль все продолжает. Он же порно-звезда. Порно-звезда, на порно-звезда. Качи не хватает. Вот здесь вот бьет 44, 2 пары, да? Да. Вот все здесь есть. Раз. Где у нас 43? Один. 43, здесь 2 пары. 1 пара. Потом 42. Вот. 2 пары. Ема, я ничего не вижу. Ребят, едем в полном тумане. Вообще жесть. 30 км в час и ничего не видно. Конец дня вот таким вот образом закруглился. Это жесть. Даже через камеру лучше дорогу видно, чем мы видим. Я не знаю почему. Ема, реально у тебя видно. Можно, в принципе, на твою камеру смотреть только. Зрение камеры лучше, чем наше. Пикец. Не, у нас... Реально не видно. У нас просто песок и тень, а на камере как... Что за фигня? Камера реально лучше видит. Спасет нас в этот раз камера. Блин, так непривычно ехать, смотреть на камеру. И руль. Мы сейчас куда-то вылетим, походу. Снимай на камеру все. Брали, в общем, мы коньки. Гаяс уже начнет прокат коньков скоро. Фух, наконец-то, да. Лаберся. Все, отлично будет. Даже посмотрели на общество моржей в ай-парке Альметьевска. А ты успел их заснять, нет? Нет.
Я же тобой занят был. Я хотел, они... Мной? Они по одному разу нырнули. Они быстро ушли? Тише, тише, кто-то едет. Ты кто? Свет, пучок света. Пусть мне. Я видел свет в конце туннеля. Черт, куда мы? Бля, куда мы едем, ёб твою мать, здесь еще спуск пошел. Ну что, мы благополучно добрались. Тут же Алиля дома. Все в порядке, не вмазались ни в кого. В тумане. Теперь все тихо. Желаю всем доброй ночи. Давайте до завтра. Всем вселенских спокойствий.